Привет, с вами Тору, вы на канале Nissan Race, и мы продолжаем прохождение Tales of Arise. И прямо перед нами находится столица последнего, пятого королевства. И именно там должна сейчас находиться Шион, которую мы должны спасти. И я нахожусь прям в огромном предвкушении, особенно учитывая, что мы совсем недавно узнали о нашем главном герое. О том, ну, мы еще не знаем точно, кто он, что это и зачем, но твист нам дали очень-очень неплохой. Так, но перед тем, как мы отправимся в столицу, я тут увидел кое-какую забавную штуку. Чтобы открыть ветку вот эту титулов, нам нужно всего лишь приготовить жареную курочку. Это, как по мне, проще простого. Давайте этим и займемся. По-моему, проще титул я еще не получал. И да, я Кисару превратил в Рафталию. Ну согласитесь, ну... Оно? Плюс самурайский костюмчик. В общем, Рафтян теперь с нами. Дахарим превратился в такого бродячего кого-то там. В общем, готовим жареную курочку и... Алфин, пускай ее готовит. Да, вполне неплохо получилось. О, можно как раз с Дахаримом и пообщаться. Я хотел тебя кое-что спросить. Я весь в внимании. Ты много общался с другими лордами, пока правил, Мне довелось его пару раз увидеть остальных или обменяться с кем-то из них парой слов. Да и не могу сказать, что горел желанием это делать. Со слов Алмидры, выходило, будто в прошлом между вами что-то произошло. Не только между ею и мной. Она всех старалась как-то использовать ради собственной выгоды. Тем не менее, не припоминаю за ней такой дерзости на Ленигисе. Возможно, она тоже оказалась жертвой борьбы за корону. Алмидрея? Жертвой? Для Ринианина нет большей чести, чем быть избранным в лорды, не говоря уже о том, чтобы стать правителем. Об этом нам твердят с самого рождения. Мало кто из Риниан не придет в восторг, если перед ним откроется дорога к престолу лорда. Но ты как раз исключение исправил, да? Ты мне всегда казался человеком, которого не интересует власть. Ни один ринианин в здравом уме не рискнет признаться, что его не интересует власть и вес в обществе. А музыка, к примеру. Чем больше ты рассказываешь, тем больше кажется, что и ринианам борьба за корону приносит одни несчастья. Именно поэтому я и хочу положить ей конец. Хотя понятное дело, что данианам, таким как Ринвал, совсем не интересно слушать мои стенания. Ну, как знать. Ринвал-то у нас тоже начала меняться, взрослеть. Ага. Адский язык. Дайте мне увеличение шкалы приемов. Ага. РТ. Плюс 20 атаки, кстати, мы получим, и не так много очков для этого нужно. Ага. При получении урона во время подготовки к атаке врага наносит 2 режущих контрудара. Занятно. Ладно. Ну-с, нас ждет. Пелигион, по-моему, так эта столица называлась. Точно не помню. Да, и само собой, так просто нам пройти не дадут. Стоять! Ты Алфин со своими приспешниками? С чего ты взял? Кроме тебя, никаких визитеров не ожидается. А без предупреждения к нам не приходят. Поэтому еще раз спрашиваю, ты Алфин со своими приспешниками? Да. Тогда входите. Лорд Волран ожидает вас в замке Дельфарис. Да ладно.
Да ладно. И что нам делать без Шион, без хила? Ну вот так вот. Он не врал. Что ж, весьма приятно, когда тебе оказывают такой прием. Ну, не знаю. Приятно ли это? Пелигеон. Ну, герб классный. А Волран мышь та еще, но... Но герб Пелигеона... Так, сперва разведать обстановку в городе, а затем уже, да, к замку выдвигаться. Ох, ну раз нас здесь ждут, ребят, ну нас ждут, Волоран нас ждет, верно? Верно. А может быть, здесь обойдется без неработающих подъемников? Хотя, терзают меня смутные сомнения на этот счет. Такое, знаете, место... Довольно мрачное, но тем не менее мне оно нравится. Довольно красиво выглядит город, правда он пустой. Здесь вообще никого не видно. Но красиво. Вокруг ни души, ни рабов, ни даже солдат. Да где вообще все люди? Мне нисколечки это не нравится, что-то тут не так. Ну да, засада может поджидать за любым углом. Я тоже не в восторге. Да нет, дело даже не в этом. Тут что-то другое. А вон там впереди, видимо, замок Волрана. Просто возьмем и подойдем к входу. Раз стражник сказал, что нас ожидают, знать бы, где держит Шион, тогда можно было бы... Точно. Это странные чувства. Дело не в том, что город пустует. Кажется, будто здесь вообще никто не живет. Кстати, да, какой-то он не настоящий. Думаете, этот район построен только для ариньян? Больно тут просторно для такого. А что, если тут никто и не жил никогда? Слава Волорану. Понятно, сектанты. Эй, и вы что там делаете? Что это вообще такое было? Они ведь да няня, да? Ну это ненормально. Погодите, а вдруг это из-за хельгальских плодов? Не думаю. Слишком послушными они выглядели. А что насчет астральной энергии? Не чувствуешь ничего? Нет, я бы точно заметила. Но если не плоды, тогда что? И обратите внимание, их никто не сопровождал. Сектанты. Здесь секта Волрана, видимо. И они направились к замку. Принести себя в жертву, да? Странный Пелигеон. Как думаете, что это за люди были в лодке? Кто знает, данианские рабы, как мне показалось, но больше ничего не понятно. Этот город выглядит красивее и величественнее, чем все, в которых мы были раньше, но при этом... Да, понимаю, что-то с ним не то. И с людьми, и созданиями. Я всегда считал, что по облику города можно многое сказать о том, кто им правит. А учитывая, какое тревожное впечатление производят улицы,
Несмотря на внешнее величие, когда ты оказываешься на них, появляется ощущение, будто бродишь по пустым руинам. Давайте пойдем за той лодкой. Может, нам повезет, и кто-то расскажет, что здесь творится. Сомневаюсь. Очень сильно сомневаюсь. Давайте пока просто поищем какие-нибудь плюшки. И посмотрим, что у нас по хилкам. Нормально. А с этим можно жить. Правда то, что нету Шион в отряде, меня вообще никак не обнадеживает. Ну что, проверим мою теорию с подъемником. Раз уж нас здесь ждут, он должен работать, да? А второй уровень Пелигиона. Да, это и правда похоже на самом деле на какой-то город-призрак. Просто вообще никого. Ну, готов поспорить, что здесь все держится на вере. Рабочие подъемники. Как же это странно. Ну, хотя, с другой стороны, мы еще до замка не добрались. Сюрприз с подъемниками может поджидать нас именно там. Так, а это у нас уже вход в замок. Ну вот, тупик. Наши шансы залезть по стене или пробить ее не слишком велики. Другого способа войти все равно нет. Надо осмотреться повнимательней. Здесь должен быть какой-то рычаг или еще что-нибудь. Что? Что на этот раз? Смотрите, вон там. Ну точно жертва плывет. Да? Астральная энергия. Но тогда выходит... Прекратите! Разве вы не понимаете, что происходит? Вас же обманывают! Остановитесь, вы же умрете! Да, секта. Да чтоб тебя! Вы же просто умрете ради Волрона! Бегите, сойдите с лодки! Да нет, они по своей воле туда плывут. Что случилось? Нас зовут. Зовут? Кто? Этот убийца? Это лишь провокация, чтобы показать нам точнее... Чтобы показать нам, точнее, Алфину, на что способен Волран. Да. Он похитил Шион, убил этих Даниан. Если его интересую именно я, зачем трогать их? Зачем это все нужно? Слышишь, Волран? Отвечай! Алфин, ты не виноват. Не поддавайся на его уловки. Знаю. И не поддамся. У меня на руках столько крови. Но чтобы остановить этого мерзавца, придется сражаться и дальше. Идем.
Пожалуйста, без подъемников. Смертельный марш. Все эти люди в лодках. Думаешь, они осознавали, на что идут? Думаю, да. Если и так, то он очень умело... То очень умело притворялись, что нет. Они вообще выглядели как болванчики, которые умеют только выполнять приказы. И я догадываюсь, чьи. Волрона. Они до самого конца не знали другой жизни, кроме бесчеловечного, кроме бесловного подчинения. Разве это жизнь, когда единственная ее цель умереть по приказу? Если ты в рабстве, у тебя, считай, уже украли жизнь. В худшем случае, буквально. Эта тварь получит по заслугам. Я ему уйти не дам. Справедливо. После того, что мы увидели, вполне справедливо. Хочу еще раз напомнить, пожалуйста, без подъемников. А это все люди, да? Это то, что я думаю? Все эти люди, их... Да. Да он больной. Просто чокнутый. Запомни. Все это хорошенько. Но вот на что способен наш противник. Да уж, запомнил. Страх и верность. И все-таки, если Волрон не использует хейгальдские плоды, то как, по-вашему, он всех контролирует? Не похоже, чтобы им угрожали. Но они вроде даже не понимали, что происходит. А может, есть какое-то другое средство, скажем, зелье? Хотя, по правде говоря, звучит сомнительно. Но тогда выходит, что они повинуются Волрону по собственному желанию? Но почему? Ничто не укрепляет авторитет власти, как верность подданных. А верно, подданные важны для любого властителя. Для Волрона это должны быть те, кто желает отдать жизни ради него. А делают они это по собственной воле или нет? На мой взгляд, ими управляют как марионетками. Но разве возможно настолько контролировать человека, чтобы он даже беспрекословно пожертвовал собой? Ты же видела. И вспомни времена, когда ты еще состояла у меня на службе. Прикажи я пожертвовать жизнью. Ты бы подчинилась? Прошу прощения. Опять я неосознанно грублю. Нет, ты прав. Только разница в том, что ты-то никогда такого не требовал. И не потребовал бы. Все лорды умеют мастерски манипулировать чувствами подданных. И не важно, что они используют. Страх, пытки или другие методы. Результат всегда один. Страх. Неудивительно, что здесь вообще не осталось ни следа от каких-то повстанческих групп. Да... Ну что ж, это должен быть уже вход в замок. Сион! Стой, что-то не так. Мы пришли за тобой. Все хорошо. Теперь все будет хорошо. Ложь. Thank you.
бой с шипами? Это как вообще работает? И сколько их здесь? То есть нам, Шион, придется пробиваться силой. Говорит, что она совсем одна. И жить не может, и умереть не может. Шион, держись. Держись, Шион, держись. Да сколько их еще? Шипы отрастают и отрастают, если это не прекратится. Шион, очнись, вернись к нам. Одна. Одна. Я совсем одна. Неправда. Она думает, что мы ее бросили. И совсем нас не видит и не слышит. И все потому, что я... Потому что я не удержал. Потому что я отшатнулся, так ведь, Шион? Но ты больше не одна. Лоу и Ринвал, и Кисара, и Дахалим. Мы все здесь. И я. Ты не одна. Мы с тобой. Поэтому, пожалуйста, не сдавайся. Вместе мы справимся с твоими шипами, Шион. Сколько можно повторять? Что бы ты ни делал глупостей? Но впереди еще самое сложное у нас, да? Нет времени рассиживаться. Покончим со всем. Я еще раз доверю тебе этот меч. А как им пользоваться, когда он чувствует боль? Идем. Волран ждет. Шион с нами.
Эй, Алфин. Костюмчик. Чего? Чем ты занимался, пока меня не было? Скучал по тебе. Алфин, то, что я там устроила... Я смог увидеть тебя настоящую. И оно того стоило. А боль? Это как сладкое воспоминание. Сладкое воспоминание? Тебе все же стоило проверить голову? Ну вот. Мне кажется, или они... Ну это... Ты только заметила? Они просто рады снова оказаться вместе. Да, понимаю, конечно. Да, все в порядке, все в порядке. Каждый из нас выражает свои чувства по-своему. Оставьте их в покое. Почему бы тогда им не уединиться? Получена темная астра. Винтовка цвета вороного крыла. Сумеречное платье. Платье темнее самой черной ночи. Но лишь одна вещь на свете способна спасти сердце его владелицы от падения в бесконечную бездну. Алфин изучил пылающий столб. Лоу стальные искры изучил. Кисара молот, стирающий в порошок. Хорошо. Хорошо. Оно классное. Розовые рожки. Понимаю. О, какая прелесть. Наверное, вот так получше будет, да? Так, что мы там получили? Темная астра. Это прям под цвет крылов. Божечки-кошечки, какая же прелесть у нас получилась. Так. И я соскучился по Шион. Так-то. Я очень сильно по ней соскучился, поэтому... Ага. Значит, правитель Альмарены. Значит, правитель Альмарены, произошедшее на Ленигисе 300 лет назад... Только всего тебе пришлось принять и пережить. Я вообще не представляла, какой груз лежит на твоих плечах, а я не знал про твой груз. Значит, я тебе самого на... Значит, я тебе с самого начала эту Наори напоминала, да? И что думаешь, я ее потомок? Ага. Видимо, да. Но вы с ней очень похожи. Сперва Шион, потом эти рабы. И кто знает, что еще могло тут твориться. Этим лордам вообще никакие законы не писаны. Угу. Мне крайне стыдно быть одним из них. Ой, извини, Дахалим, я тебя не имел в виду. Думаете, за тем, что случилось с шипами Шион, стоит Волран? Уверен в этом просто. Не уверен. Если ему была нужна только приманка, тогда хватило бы одного похищения. Но, возможно, он преследует и какие-то другие цели. Даже если забыть о шипах, по идее, заложника надо держать рядом с собой. Так почему он оставил ее без охраны? Его главной целью... Если главной целью Волрана было избавиться от Алфина, то он мог бы просто напасть на нас. Сил-то ему хватает. Но он не стал, а значит, играет с нами. Заставляет Алфина страдать как можно дольше. Но почему? А откуда у него вообще такой зуб на Алфина? Это потому, что он поднял восстание? Возможно. Но посмотрите на все с точки зрения Волрана. Он же пойдет на все, чтобы победить в борьбе за корону, верно? Существование истинного правителя ему явно поперек горла. А вы не встречались с ним раньше, Алфин?
Только уже когда мы были все вместе. В итоге, вопросов только больше. Согласен. Но вот что, мы его отпинаем, это вопрос решенный. Тейлоу у нас сама прямо-то. Сказал, как отрезал. Да. Страшные воспоминания. Да, потрепала эта заварушка нервы. Я в какой-то момент вообще не знал, что будет. А я просто рада, что все обошлось. А ты как, Шион? Все хорошо? Он тебе ничего не сделал? Я... Последнее, что я помню, это корабль. Когда Галфину вернулось чувство боли, и он прикоснулся ко мне, я сразу вспомнила детство и то, с каким страхом на меня вечно смотрели. А потом внутри меня поднялась волна тьмы, и она просто закрыла собой все. Я ничего не видела. Осталась совсем одна. Бедняга. Теперь все хорошо. С тобой все хорошо. Ты больше не одна. Мы все рядом. Спасибо. Так, там Кисара уже буянить начала. Давайте без подъемников, ребята. Давайте без подъемников. А то, что впереди, похоже на подъемник. Замок Дельфарис. Дадут ли нам пройти? Нет. Судя по всему, нет. Вероятно, это имперская стража Волрана. Не похоже, чтобы они кого-то разыскивали. Скорее, просто ждут чего-то. Ладно, кажется, нам здесь не рады. Ну, разомнем кулаки, что ли? Постой, у нас же даже плана нет. Ну, для Лоу это и за план сойдет. Погнали. Да, для него это отличный план. Так, щитовики. Страж Волрана. 33 уровень. Ой-ой-ой. Я же отряд не изменил. Так. А, у меня есть что-то из... Ну, знаете, этого огненного. О, изучен обжигающий шторм. Хорош. Ой, и как я по этой штуке-то скучал. Воу. Воу. Штука-то, конечно, хорошая, но... Простите, что с ХП, что с ХП? Из-за того, что Шион у нас в кармашке, она не хилит, а я из кармашка ее забыл достать-то. Косяк. Ладно. Пока живем. А там будет видно. Ага, так это не работает. Я понял. Так, ну с одним ХП, знаете, такое себе удовольствие кого-то тыкать. Я чувствую себя довольно странно. Так, Шион, ну-ка ж, мыхни. Ее, ну, собственно, чего и следовало ожидать. Что-то меня резать не очень хотят, ладно. Блин, 9 флаконов жизни. Обидно.
Опять одно хп осталось, ну. Ладно, все, сейчас берем Шион в группу. И проблем быть не должно. Что она тут не так? Солдаты больше напоминали рабов, которыми движет извращенное представление о преданности. Да, хоть мы и победили, но внутри пустота. Прямо как у них. Странно. Мне всегда казалось, что преданность — лучшая добродетель. Теперь я в этом не уверена. Возможно, нужно просто знать границу своей верности. Или же проблема в безответной преданности хозяину. В беззаветной преданности хозяину. Пожалуй, проблемой это становится тогда, когда ты лишаешься возможности выбора. Думаешь, если мы победим Волрона, они вновь смогут принимать решения самостоятельно? Ладно, забудь. Сейчас не время рассуждать. Подумаем об этом позже. Если есть задачи поважнее, нужно победить Волрона. Да. Вернуть Шион в отряд нужно обязательно. И это даже не обсуждается. Адель Фарис. Большому городу большой замок, да. Кто-то прям пошел в разнос. Они правда друг друга стоят. Но я бы сказал, еще лучше замок подходит своему хозяину. А в каком смысле? Он производит давящее впечатление, кажется деспотичным, а главное безжалостным. Словно его хозяин пожертвовал всяким комфортом, лишь бы сделать из него место, откуда правят, и громко заявить о своем превосходстве. Согласен. Поэтому он нас и впустил, чтобы именно это и сообщить, словно поиздеваться захотел. Поиграть хочет? Ну так мы ему игры и устроим. Мы такие ему игры устроим, ага. Оживленный пылающий меч. А мне кажется, или пылающий меч действительно горит ярче обычного? Не кажется. Астральная энергия внутри него словно каким-то образом стала сильнее. Похоже, Алфин научился его лучше использовать. Еще лучше научился использовать способности правителя. Правда? Не знаю. Вроде я все делаю как обычно. Так и есть. Это доказательство того, что связь между тобой и Шион стала крепче. Тут все ясно. Серьезно? Ну здорово тогда. Что скажешь? Они правы? Мне-то откуда знать? Тьфу, толку от вас. У меня имеется пара теорий на этот счет. Нет, давай-ка без теорий. Если подумать, да, пожалуй, сейчас энергия выкачивается из главного ядра уже не с таким сопротивлением. Ага, значит, и правда связь укрепилась. Ну вы молодцы. Постой, а как же рука? Меч же всегда оставлял на ней сильные ожоги. Да, точно. А если теперь он еще горячее? На боли правда жуткая, врать не буду. Но почему-то во время боя я спокойно ее переношу. Меч как будто становится частью меня или что-то вроде того. Я прям чувствую, как в груди отдается его биение. Сложно описать. Другими словами, пламя в твоем сердце сильнее даже огня пылающего меча. Надо же. Поэт ты наш. Что-то Шион пригрустила самую-самую малость. Но творится что-то явно интересное. И на этом, ребята, мы, пожалуй, закончим. Спасибо большое за просмотр и пока!